Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Дети и родители». Сегодня мы готовим щучью икру, которая у нас осталась после приготовления фаршированной щуки. А сейчас мы ее сделаем по обычному способу засолки. Очень хороший, рыбацкий, быстрый и вкусный. Так, для начала нам нужно взять икру, взять подсолнечное масло, соль и все. Больше нам ничего не нужно. Это можно сделать как на рыбалке, так и дома. Особенно хорошо идет оно под спиртные напитки. Это очень хороший деликатес, который легко заменяет осетровую икру и форелевую. Значит, для начала нам нужно ее промыть в воде. Вливаем воду и хорошенечко промываем, чтобы не было никаких остатков крови, желчи и прочих компонентов. Берем обычную вилку и хорошенько отделяем икру от пленок, которые остались в нашей икре. Икра созревает в этих пленочках, и нам она будет ни к чему в нашем желудке и на зубах. Она будет мешать, поэтому хорошенько ее перечищаем. Пищи, поэтому будем делать небольшое количество соли. Пол чайной ложки нам хватит с головой. Высыпаем и хорошо перемешиваем вилкой. Значит, перемешиваем в течение 5 минут до полного растворения соли равномерного. Затем добавляем растительное масло, рафинованное, дезодорованное. Нам тоже нужно масла немного, примерно 1 чайная ложка на это количество икры. А икры у нас примерно грамм, наверное, 150-100. Добавим подсолнечное масло. Также все хорошо перемешиваем. Берем чистую баночку из-под майонеза. И помещаем икру в эту баночку. Еще немножечко осталось пленочек, они в процессе обработки, как видите, отслаиваются от икры. Нам нужна высококачественная икра, красивая, вкусная, аппетитная, для хорошей компании. Поэтому будем стараться. А сколько она солится? Значит, это дело наливаем, выпускаем, наливаем баночку нашу. Можно аккуратненько ее, дабы не разлить. У нас даже баночка большая для этого объема. Икры, ну ничего, это деликатес, приравнивается к красной икре, поэтому на бутерброде ее много не нужно. И сверху еще наливаем пол чайной ложечки масла подсолнечного. Даже можно целую ложечку и накрываем крышечкой, помещаем в холодильник. Через 5 дней достаем икру, намазываем на хлеб и вкусно кушаем. Приятного всем аппетита! Большое спасибо за просмотр моего канала. Кушайте на здоровье и рыбачьте как можно больше для удовольствия и для жизни.